Гонка на миллион. Ни одна другая машина не сочетает в себе немецкую точность, исторические достижения, мощность и проработанный современный дизайн. Как эта услада для глаз. Porsche Carrera GT стоимостью 450 тысяч долларов. Верх красоты и бескомпромиссной скорости. Porsche Carrera GT. От 0 до 161 км в час за 6,8 секунд. Гоночный прототип побеждал в соревнованиях Le Mans. Цена 450 тысяч долларов США. Carrera контролирует дорогу, как ни один другой автомобиль. Он легкий, быстрый, но заниженный. Ширина GT 1,5 метра, а высота всего 120 сантиметров. Благодаря передовым технологиям сверхлегкий автомобиль весит каких-то 1,4 тонны, 250 килограммов из которых приходится на 10-клапанный двигатель объемом 5,5 литров. У Carrera очень мощный 10-клапанный двигатель, совершающий 8000 оборотов в минуту и выдающий 605 лошадиных сил. Мощность Форда Мустанг ниже в 3 раза, а цена в 22 раза. Стоимость Porsche Carrera GT 440 тысяч долларов. Так, для сравнения, за те же деньги можно взять 2 Lamborghini Gallardo или 3 Porsche 911 Turbo. Этот впечатляющий автомобиль производится на заводе Porsche, который оценивается в 173 миллиона долларов в немецком Лейпциге. Команде рабочих на сборку одной машины необходимо затратить 130 человеко-часов. Инженеры компании создали великолепный кузов, собирающийся вручную. Покрыли его цельным куском углеволокна. В конструкции GT был применен абсолютно новый для дорожных автомобилей тип корпуса. Бескаркасный или несущий тип кузова из углеволокна. Каркас и корпус в несущей конструкции единое целое. Панели, придающие каркасу прочность и твердость, впаяны в кузов. Поэтому и получается, что каркас и корпус становятся единой частью. Это первый серийный автомобиль с несущим типом кузова из углеволокна. Моторама также содержит высокотехнологичные детали. Элементы тормозных колодок и дисков сцепления изготовлены из теплопоглощающего композиционного материала, состоящего из сплавленных вместе при температуре 3000 градусов графита и кремния. В серийные автомобили керамические диски сцепления раньше не устанавливались. Их используют в гоночных автомобилях из-за отличных показателей поглощения тепла. Габариты таких дисков небольшие, что позволяет устанавливать двигатели ниже и создавать более низкий центр тяжести. Эти инновационные технологии усложняют управление и повышают стоимость технического обслуживания. Замена сожженного диска сцепления обойдется вам в 30 тысяч долларов. Но если вы ищете лучшую скорость и управляемость, цена не имеет значения. Задний спойлер Porsche Carrera автоматически изменяет высоту, чтобы идеально проходить сложные повороты. Кузов спроектирован так, чтобы прижимать машину к дороге как можно сильнее, а задний диффузор делает ее устойчивой на высоких скоростях. Эти детали делают GT самой прогрессивной моделью Porsche. Тем не менее, даже здесь нашлось место отличительным чертам. В автомобилях Porsche зажигание располагается с левой стороны. Считается, что так быстрее завести машину. Вы садитесь, левой рукой включаете зажигание, правую руку кладете на рукоять переключения коробки передач и срываетесь с места. Эксклюзивность этой модели добавляет тот факт, что она выпускалась всего 2,5 года, в период 2003-2006 годов. Всего было выпущено 1270 автомобилей, а в Соединенные Штаты отгружено всего 600. Не у каждого хватит решимости выложить полмиллиона долларов за автомобиль. Это одна из самых редких машин. Во всем мире их осталось всего 900 штук. Куда делись остальные 300 машин, спросите вы? Скажем так, автомобиль не прощает ошибок. Характеристики автомобиля настолько высоки, что чуть больше ускорения или слишком резкий поворот руля на высокой скорости, и машина входит в занос. Вас мгновенно разворачивает на дороге. Благодаря отличным показателям массы и мощности автомобиля, искушенный водитель сможет по достоинству оценить все ее стороны. Машина очень-очень отзывчивая. Чуть-чуть втопите газ,
И сами почувствуете. За полмиллиона долларов лучшей управляемости не найти. Это весело и в то же время опасно. А в руках профессионала в контролируемых условиях способности автомобиля проявляются в полной мере. Мне посчастливилось водить разные спортивные автомобили, и это лучший из них. Обороты повышаются быстро, так же, как и скорость. Porsche Carrera – агрессивный гоночный автомобиль. Но даже тут нашлось место роскоши, хоть и выдержанной в рамках высокотехнологичного минимализма. Без сомнения, этот спорткар создали для дорог. Но салон комфортный, все обито кожей. Во время поездки вы как будто сливаетесь с машиной. Высокотехнологичная кабина проектировалась с единственной целью дать водителю полный контроль на высокой скорости. И с этим она справляется отлично. Автомобиль непритязательный. В нем не так много систем помощи водителю. Более того, можно отключить функцию регулирования тягового усилия. Вот тут-то и начинается самое веселье. Ожидания оправдываются сполна. Porsche Carrera GT – наилучший пример инженерного искусства из Германии. Прочувствуйте высококлассные характеристики за рулем одной из самых дорогих машин на Земле.